Скажи «а»! Ой. А сейчас он, прикинь, он не будет ее затягивать. Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Майнкрафт. Story Mode. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. А также, конечно, подписаться на канал, если ты здесь впервые. Ну и, конечно, залетай в Телеграм. В общем, мы продолжаем третий эпизод. Да где же оно? И как мы видим, эндермены у нас тут. То есть самое интересное начинается. Сейчас, кстати, ребята, в предыдущих сериях Minecraft Story Mode. Что там у нас? Говорят, что каждая утрата, каждое испытание. Блин, это очень круто, ребят. Лукас! И каждая неудача. Может пойти на пользу. Но пока пользы не особо-то. Не вижу что-то, ребята. Габриэль в опасности. Когда уходят дорогие друзья, блин, в своем окружении мы находим новых героев. Когда мы сталкиваемся с гнетущими невзгодами, мы находим способ не ударить в грязь лицом. И раз уж наших новоенных искателей приключений легла задача спасти мир, они сведут вместе самых смелых и самых мудрых, чтобы остановить. Но поиски последнего, самого скрытного из членов Ордена Камня окажутся куда опаснее, чем можно себе предполагать. Но мы ни разу еще не ошиблись, это вообще круто, ребята. Кто-то предпочел бы, чтобы история наших героев на этом и завершилась. И дверь к подвигам закрылась бы для них навсегда. Офигеть, он просто идет и все, ребята, прикиньте. Офигеть. Но с дверями всегда так. Закрывается одна, открывается другая. Вот так вот, друзья. Остановите этого засранца! Боже, даже Рубана! Так, ты заплатишь за это! Ну вот, Айвор, ой, Айвор. Оу! Осторожнее! С дороги! О, как быстро. Это было жутковато. Точно. Теперь тебе кажется... Очень быстро. Я сказал, это очень быстро, правда? Это очень быстро! У меня голова кружится. Нам надо найти Сорена. Ну а кирки у вас как будто нету, ребятки. Это же Майнкрафт. Это же Майнкрафт. Просто пробивайте путь и все. Я не знаю. Браток, у тебя будет стрим по Майнкрафту с RTX лучами? Да может, кстати, быть. Так. Выглядишь неважно. А я не стремлюсь к важности. Да и не об этом, ты же понимаешь. Да, к сожалению, понимаю. Блин, лекарство срочно нужно найти, ребятки! Не пугайся и не впадай в панику. Пипец, он еще больше заражен. Ребята! Блин, это как будто отсылка на ходячие ходунцы. Серьезно, ребята. Все будет хорошо. Это очень-очень больно. Такое чувство, что реально придется отрубать руку, ребята, не дай бог. Ты посмотри. Извини, я иногда плохо воспринимаю, но послушай, Джесси! Придет время, я поделюсь с теми, кто захочет узнать. А пока, надеюсь, ты будешь держать язык за зубами. Да блин, ты это скажешь слишком поздно, понимаешь? Не надо нам. Подорожник поможет, точно. Точно, точно. Магнус, на помощь! Ладно, но у меня еще есть идея. Будешь звать Эльгард? Нет, больше не буду. Они не вернутся.
Не отчаивайтесь, ну, ребятки, ну что такое? Ну что вы все грустите? Мы сейчас просто... Вот! Мы сейчас зажигалочки тут все нахрен спалим. Я не то хотел вытащить. Погодите. Вот! Да не, ну зажигалка тоже неплоха была, ребята. Их цвета скуснеют, они удаляются от нас. Дай-ка посмотрю. Ну-ка, дай-ка! Что происходит, блин? Ты не против? Хочу посмотреть. Для этого не обязательно его трогать. Сорен! И вправду это он. Может, он где-то здесь? Скорее, Джесси, найди его. Ну как я это сделаю? Господи, что я с этой хреновиной буду? Так, где он, ребятки? Как, ну это типа как компас, ребята. Капитан Джек Воробей. Йо-хо-хо, ребятки. Так, Сорен, признайся, это ты? Ты все время был поросенком. Ребят, отвечаю, конец игры будет, знаешь? Мы узнаем, что поросенок главный злодей. Отвечаю. Да, я раскусил тебя, засранец маленький. Это ты? Неожиданный поворот, да, ребятки? Да где он может быть? Ну-ка, погоди. Мне тут надо что-то походить, побродить, ребята. Куда? Куда эту штуку-то впихнуть? На стол, может? Погоди, дружище. Сейчас мы с тобой разберемся. А вон, а вот эта штука. Вот нужное место должно быть. Maybe. Может быть. И что, он под камнем просто, этот чувачок? Точно, вот оно. Готовьтесь, будем копать. Копать? Кто знает, насколько это глубоко. Нужно копать здесь, руками, если больше нечем. Ну ладно, Джесси, просто хочу знать, что мы затеваем. Что он много стал позволять себе, ты шо? О! Кроссовыло? Ну что ж, тогда за дело. Так может, ты один справишься? Охренеть. Я хочу это помедленнее, ребят, посмотреть. Они, кстати, ты что делаешь? Ты зачем копаешь-то под себя, дружище? Это ж первое правило. Ты видел, он под себя копнул. Во-во-во, под себя копаете, а? Так, ну давай, вниз с кулаками. Насколько это далеко? Are we cool? It's a hole. Тут дыра! Does that mean we're cool? Значит, все путем. I'll find out. Погоди, а дыра-то глубока? I guess that makes sense. You dig, you get a hole. Прыжок вниз. Фух! А прикинь, сейчас разбился бы амулет. It's dark, but other than that, we're okay. Heading down. Все окей, все путем. Вниз. Don't look up. Не смотри вверх. Мне надо собраться с духом. Это летучие мыши, они нам ничего не сделают. Они нам ничего не сделают. Right. Это же летучие мыши. Ладно, была не была. Летучие мыши! А чё их бояться, ребятки? Я его тронул, он тронул меня! Ладно, теперь безопасно. Бля, какие, а? Там позади были красные глаза. Я уже понял, ребятки. Так, Габриэль тут, на месте. Ну, видно, что плохие это еще. Все целы. Я подскользнулся. Что это за запах? Думаю, по-научному это называется экскременты. Вот на чем... Господи! Шутка.
Веди, Джесси. Представляете, если бы в Майнкрафте можно было бы справлять нужду, ребята, а? Прикиньте, по любасу такой мод есть. 100%. Кто-то такой умный 100% сделал. Я уверен, на миллион. Так, ну что там у нас? Давай, вперед, веди. Ого. Ёкарный бабай, а? Офигеть. Ух ты! Нужно выбираться отсюда. Что? Нужно выбираться отсюда! Мы же только что сюда пришли. Ты не понимаешь, это дробитель. Это дробитель. Кто? А что такое дробитель, ребятки? Ну-ка, погоди. Это автоматическая машина для уничтожения монстров. Падают с огромной высоты, мало того, что разбиваются, так их еще и... Напрашивается вопрос, а может, на самом деле, монстры — это мы? Что молчить, я слишком сгущаю краски? Было слишком темно. Ой, там сзади... Ой-ой-ой, сейчас получается! Нас толкнут до страшной силы или как? Криперы! Боже, их надо сразу валить, ребята. Не взрывайся только. Тихо. Аккуратно. Жизьки есть. Так, есть, есть, ребята. Джесси, сейчас рванет! Ля, вот это я не знаю, офигеть, крипер. Так, ну хорошо, что, кстати, рванул. Потому что мы теперь хотя бы можем спуститься, ребят, чуть-чуть ниже, да? Так, отлично. Вот он. Он внизу. Я же... Я нажал, клянусь, я нажал, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть, так и задумано, видимо. Неужели это... Амулет, да. Стой, ты что, хочешь прыгнуть? Нужно сделать кувырочек. Вот тебе и паркурчик, ребята. Вот это офигеть экшен пошел, а! Это мой. Офигеть! Ну умеют же делать игры, а, ребята? Вы посмотрите только на это. Офигеть. На! Джесси, пригнись! Ты еще хочешь получить? Джесси! Офигеть! Осторожно! Прикинь, hey, запороть это все. Now, хорош. Мне вот интересно одно, ребята. Что если реально не нажимать ничего? А, ребят. Оу. Блин, это охрененно. Hold on! Держись! Оу!
Рубан, подожди! Капец, он с криперами справляется. Сзади, Габриэль! Охренеть, он аж двоих, прикинь. Офигеть, ребята. Джесси, incoming! Спасибо, что смягчил падение, братишка. Амулет, вон он там. Мы как будто гонимся куда-то. Погоня прям такая. Соперничество. Ой-ой-ой. Это плохо. Это прям очень плохо. Скелет? Ты видел? Скелет упал, и вот эта физика, то, что он как человек прям... Помогите Рубен и Аксель, конечно. Вы шо, блин, я Рубенчика... Ты возьми его. Я иду, Рубен. Прочь от моего поросенка. Отлично, братишка. Капец. Капец. Ой-о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 й. Ой-ой-ой, нам повезло, повезло. Фух. Охренеть. Спокойно, спокойно, спокойно. Нет, нет, Рубен, да что ж ты будешь делать? Охренеть, их засасывает, ребята. Одного туда, другого туда, этого сюда. Жесть. Это просто жесть, ребятки. Так, а куда мы? Ой, поросенок. Блин, это очень круто. Охренеть, как все устроено. Посмотри, посмотри. Так, все целы? По крайней мере, пить расхотелось. Мы в порядке. Нет, нет, не волнуйтесь, я в полном порядке. Аксель красавчик, зачем? Его бед... Лукаса, я не знаю, используют как подушку уже который раз, ребята. Боже. А Рубен жив, ребята, вот что самое важное. Я знал, что ты за нами придешь, знал, а Рубен сомневался. Я твой должник. Вообще-то искал Рубена. Я отплачу еще и с процентами. Ничего ты мне не должен. Ты не такой, как все, Джесси. Ты особенный. Стоп, 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 стоп. Здесь сортируются все трофеи, верно? Да, так и есть. Видите, дела начинают принимать новый оборот. Блин, Рубен реально меня не верит. Ребята, прикиньте. Все, я его подвел в доверие. Типа я не пришел к нему. Да вы что такое? Даже превыше друзей. Не, ну знаешь, друзья для меня много значат. Не сомневаюсь, но в подобных ситуациях сентиментальность может выйти боком. Это, ребята, это намек, то, что в дальнейшем что-то произойдет, может такое. Ребята, я уже давненько занимаюсь, но скажу тебе так, несмотря на все плюсы, чаще всего героям приходится есть свой хлеб в одиночку. Но главное, хлеб хоть пожрать можно, ребятки. Боже, если и хлеб пожрать, это хорошо. Отдай, это мое. Не-не-не, какое... Послушай, спасибо, что подобрал его. Лукас, не стоит благодарности. Подойди-ка, он рядом, 40 где-то рядом. Он, знаешь, Лукас похож уже... Моя прелесть, мой амулет! Моя прелесть, я не отдам мою прелесть!
Он должен быть где-то в этой стороне. This way. Смотри, как он сияет. Я не понимаю, ребята, тут такой охрененный сюжет. Столько экшена. Как такая компания могла обанкротиться? Я не знаю, ребята, они столько много игр сделали. И ходячие из Walking Dead, и всякие там... Это вообще шикарно, ребят. И Майнкрафт, боже, как они обанкротили. Я хочу продолжение уже. Хоть знаю, что еще у нас впереди много эпизодов. Так, спокойно. На. Хорош, блин. Сейчас отсортируется там. Вот тебе, урод. Тоже хочешь получить? Я сейчас, дружище. Спокойно. Брат за брата. Получи, паук. Теперь не могу две вещи. Бегать и иметь дело с монстрами. Вот черт, портал края? Это... Я знаю, что это. Это я уже знаю, что это. Хрю. О, нет. Габриэль. Нет, Габриэль, аккуратно. Боже, ну тебя и так уже, бедного. Вот вам монстры. Кажется, я неплохо набил руку. Спокойно, братик. Все будет нормально. Сейчас он скажет... Не дай бог он скажет сейчас... Типа, ребята, оставьте меня! Jump! Прыгай! Блин, нам хана, ребята, нам хана. А погоди, стоп, а дракон же вроде как помер. Сейчас дракона не должно быть. Его же убили. Эндер-дракон. Слушай, офигеть, сейчас самое интересное. Ну, отлично, все лучше и лучше. Где Аксель? Он шел за мной. Опять. Видишь, я же говорил, что верну тебе долг. Слезь. Вот черт. Тебе больно? Не плачь. Не плачь, я куплю тебе калач. Что, неправда? Смотри, я не прав, не плачу, я просто... Эндермена, да, увидел? Спокойно, братик. Что, не смотри в него глаза. Погодите, ребята. Ой-ой, закройте глазки, не смотрите стрим, быстренько. Ну как это называется? Толпа странников края? Хренова куча странников края. Давайте отложим урок правильной речи на потом. В каком направлении идти, Джесси? Пойдет, ребята, пойдет, поедет, нормально. В краю амулет не действует. Отлично, сначала ловушку угодили, теперь заблудились. Ну, знаешь, по крайней мере, мы живы. И здоровы. Ну, про Габриэля, конечно, не говорю там. Нездоровы. Нужно просто продолжать путь. Признайся, Джесси, мы можем быть... Никогда не найдем этого парня. А вот и он. Это он? Это все-таки произошло? Не могу поверить. Это должно быть Сорен. Кто еще стал бы строить лестницу в краю? Не уж. Это он. Нужно идти. Народ, следуйте за мной. Со странником края я разберусь. Погоди, стой. Нет, не нужно, я пойду первым. А знаете что, я пойду. Да господи, хреновы вы. Следовать за Лукасом. Все следуем за Лукасом, и давайте поторопимся. Лукас это запомнит. Да похрен, Лукас первый пойдет, ребята. Лукас, нормально все? Блин, ну вот не дай бог кого-нибудь тронуть. Даже свин закрывает, прикинь глазки. Молодец, Лукас. Спасибо. Взаимно, Джесси. Спасибо, что дал мне шанс. Было бы забавно, если бы он нас привел там, или как-то мы... Ой... Так... Не смотри, пока идешь. Да тут я не знаю...
Тут выбора мне и не дали, если честно, смотреть или не смотреть, ребята. В общем, прикол. Так, потихоньку давай сюда идти. Хорош. Надеюсь, в один прекрасный день я полюблю что-нибудь так же сильно, как Сорен любит свои лестницы. Точно. Джесси! Джесси, нельзя ли немного сбавить шаг? Так, нужна ли помощь? Погоди, погоди. Мне? Не смеши. Не, он уже правда. Ребята, еле дышит. Прошу прощения, уже все, можно идти дальше. Так много ступеней. Тут лестница. Блин. Надеюсь, она не длинная. Ничто так не утомляет, как вот эти вот лестницы, боже мой. Джесси, я думаю, эта честь принадлежит тебе. Ну что ж. Погнали. Что делать-то? Так, открываем лючок. Идем на 9999 этаж. Реально, на кой хрен ты? Серьезно? Тут можно деревья посадить? А, ну тут какие-то деревья, они странные. Из шерсти, что ли, или что это? Тут так красиво. Смотри-ка. Это самое прекрасное место, когда я видел... Ну, это вообще круто, красиво. Как ярко! Ну, это искусственное, знаешь, так как под купол. Тут все из шерсти. Офигеть. Да ёб твою! Это мое тело, Аксель, мое измученное тело. Опять, ребят. Какого? Это же из шерсти! Дерево, трава, все из шерсти. Стало быть, мы возлагаем на этого парня все свои надежды, а он тут только и делает, что строит какой-то абсолютно искусственный рай? Но это шерсть настоящая, а все-таки такая точная копия впечатляет, правда? Ага, своей экстравагантностью. Мы вообще зря сюда пришли. У тебя все в порядке, Лукас? Подумаешь, пару раз Аксель на него так приземлился, он как котлетка. Да ты посмотри вокруг, Джесси! А возможно, что у него и бомбы-то нет никакой. Слишком много сумасшествия происходит в последнее время. С ним все будет в порядке? У него аллергия на шерсть? Да не трогайте вы его. С ним все будет в порядке. Офигеть, как красиво, ребят, ну вы посмотрите. Муха Мары не из шерсти. Муха Мары. Фу ты, блин. Какие-то мухи Мары. Мухомора не из шерсти. Единственное. Габриэль, hey. Муха Мары. Габриэль, привет. Как самочувствие? Ты нормально? Если не считать того, что я постепенно умираю, чахну на глазах, и с каждой секундой мое положение становится все более безнадежным? Да уж. Но в остальном все хорошо. Как думаешь, зачем Сорен все это построил? Сорен всегда был странным и скрытным. Ну и... Я бы на твоем месте поискал потайную дверь и потайной механизм, который эта дверь открывает. Как, по-твоему, Сорену удавалось выбираться отсюда? На это нет ни малейшего намека. Непревзойденный строитель, очень скрытный. Пожалуй, продолжу поиски. Так. Это что, это зомби? У этого есть переключатель. Так, я увидел там какую-то кнопку, кстати.
А чё, блин, я не могу там посмотреть. Там, смотри, голова зомби. Блин, это так круто, ребят. Пойдем к ним. Там еще, кстати, переключатель. Меня не так просто одурачить, думаешь? Это не сработает. В чем дело, Джесси? Так, что беспокоит Лукаса, как у вас дела? Давай, наверное, вот это спросим. Могло быть и хуже, но могло быть и получше. Так, что беспокоит Лукаса? Ну, когда вы не эксперт по части человеческого поведения? Понятия не имеем. Попробуй, ну, поговорить с ним, что ли? Аж будем шарить дальше. Ладно. Ой, ты Рубен, погоди, питомец. Эй, Рубен. Что он маленький, хрюн, а ну посмотри. Дай пять. Дай пять, Рубен. Ой, ты маленький, хорошенький какой. Ты как, нормально? Я знаю, мне нужно что-то найти, Рубен. Как думаешь, что именно? Так, что такое, дружок? Ты там что-то видишь? Она будет продолжать поиски. Ну, тут уже понятно, куда идти. Просто надо поговорить. А что ему? Погоди, что он так смотрит на эту штуку? Тебе это нравится, правда? На шерсть эту розовую так смотрит, ребята. Фонтан, взглянуть. А вон, погоди, мы можем с тобой поговорить с Лукасом. Как бы этого можно и не делать, но он просто так далеко стоит. А там еще рычаг, кстати. То есть надо было к нему это. Так. Габриэль беспокоится насчет тебя. Послушай, знаю, я вспылил, но... Джесси, мне кажется, что-то не так. Я про... Габриэлем. Ты сам наверняка заметил. Я бы сказал тебе, но мне не следует об этом говорить. Погоди, о чем говорить? Джесси, если прав насчет этого, ты должен мне все рассказать. Незачем кого-то обманывать. Я ведь вижу. Ну давай, не, надо рассказать. Ребята, надо рассказать, иначе ему будет хуже, понимаете? Ну, не надо это. Послушай, Лукас, Габриэль болен. И когда ты об этом узнал? Не так давно, но он попросил меня никому не говорить. И сушитель наслал на него какую-то заразу. Значит, все, о чем я беспокоился, это правда? Это я виноват, Джесси. А ты-то в чем? Сушающий хворь, что... Это все из-за меня. Так загладь свою вину, неправда. Ни в чем ты не виноват. Не, по факту он там реально ничего не мог сделать, поэтому... Если бы я не оплошал, ты бы смог вытащить Габриэля. Как мы знаем, Габриэль за него гораздо позднее. Может, ты и прав. Раз лучший наш боец болен... Если у нас теперь хоть малейший шанс. Но, скажем, типа, держаться вместе, ребята. Надо держаться вместе. Сейчас все кажется невозможным. Тогда приложим все совместные усилия. Лукас это запомнит. Ладно. Вот бы еще Габриэль рассказал всем о своей напасти. Так было бы проще. Может, реально, ребята... А чё, я переключатель не могу сейчас нажать? Может, пойдем к нему, скажем? Может, пусть он расскажет? Сейчас мы должны к нему сходить. Ребята, огромное спасибо за ману, кто скидывает. Так, ну-ка. А, вот смотри, зомби, взглянуть. Ну-ка, погоди, погоди, давайте. Фу. Слушай, это так интересно. Че, это можно одеть? Или что? Не-не-не, фиг там. А, вот, вот так вот. Габриэль, поговорить. И там, кстати, еще вот. Поговорить, давай.
Джесси. Так, надо сказать ему. Ну-ка, знаю. Что конкретно? Он заметил, что ты неважно себя чувствуешь. Пытаюсь держаться, но, увы, слабею с каждым часом. Я вернусь. Я буду здесь. Что, это все? Это все, о чем мы поговорили? То есть, чисто... Мы сейчас будем ходить туда, взад, вперед и передавать друг другу информацию? Ну-ка, дай-ка я попробую. Ну, сейчас будем выбираться, ребят, отсюда. Блин, тут такое, конечно, шикарное место. Если честно. Так. Hey, Jesse. Привет, Джесси. Ты загораживаешь рычаг. Мне надо добраться до рычага, а ты его загораживаешь. Так, отлично. Кажется, под башкой зомби рычаг. О, фига ты, блин, прошаренный. Ну-ка, погоди. Hey, еще Jesse. Раз поговорить. Привет, Джесси. You know важно. Не парься. Не, тут ничего пока нельзя сделать. Это может чуть попозже, типа, знаешь, чтобы найти. Так, и вот рычаг я еще видел вон там вот. Кнопка, переключатель. Пойдет, ребята. Послушать, взглянуть. Кнопка, толкнуть. Ого! Это странно! Офигеть. Эй, народ, кажется, я нашел выход, которым пользуется Сорен. Так держать, Джесси, здорово. Габриэль вообще все хуже и хуже. Жаль, что с меня не было уж так много проку. Габриэль, не нужно извинений, правда. В общем, спасибо, Джесси. Не, ну мы хорошо с ним, а? Хорошо. Общаемся, ребята. Все должно быть отлично. Посмотрим, что можно найти в остальной части этого дома. Надеюсь, мы не застанем Сорена в тот момент, когда он готовится ко сну. Он всегда носил очень откровенные халаты. Что? Погоди. Так убираются блоки могут только с модами. Нет, можно с липкими поршнями. Ух. Офигеть. Ребята, это очень круто. Так. Фонтан взглянуть. Думаю, эта водопроводная система нужна не только для улицы. Хотя, конечно, улицей это назвать сложно. Здесь могло бы разместиться множество народов. Народу, но, похоже, все это не особо активно используется. Ведь там музыка еще такая, слышишь? Что за фигня, погоди! Музыка стала громче. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь там разговаривал. Да, я бы уже на самом деле попивал. Посмотрим, что за этой дверью. Сейчас прикинем, в халате или раздетый, не дай бог, стоит. Сора, наденься! Офигеть. Я назвал это симфонией в ми-мажоре, новое сочинение в честь самого последнего моего открытия. Это он! На этот раз Сорен! Какое-то радио. А, это... Что за... Это просто запись. Надеюсь, мне это не мерещится, хотя, как знать, такое со мной уже... После всех наших мытарств... Ходили такой... Так, кто-то включил... Кто-то же включил эту запись, погоди. А ведь запись не сама же включилась.
Верно подмечено. Надо полагать, ему очень нравится звучание собственного голоса. Может, на этой записи найдется что-нибудь полезное, если я смогу разобраться, о чем он говорит. Я разработал ряд простых строительных инструкций. Это послушает им... А, ну тут уже... Я применяю маскировку и смешаюсь с ними, чтобы вести более пристальное наблюдение. Смешаюсь с ними? А они это кто? Эндермены! Он тыкву оденет, да? Джесси? Думаешь, Сорен говорит про них? Да. Это у него хобби такое! А шо, можно ферму эндерменов сделать, что ли, ребята? Тёшка, конечно, имеет право на хобби, даже если оно очень-очень опасное. Думаешь, он в самом деле обучает сторонников краю строительству? Думаю, это он думает, чтобы... Что это обучает? Давай оглядимся, посмотрим. Посмотрим, что тут... Да как? Капец. Так, тут, кстати, различные записи. Есть, смотри. Тотемное сооружение смирных странников края. К сожалению, ребята, без субтитров. Что очень жалко. Нет, нельзя лишь фармилку. Попробуем все воспроизвести. Может, что-то там нам даст. Сейчас он придет, и кто тут? Общение странников края. Это что такое? Это очень странно. Особое отношение к тыквам. Но я уже понимаю, к чему ведется все тут. Мне уже говорили насчет тыквы. Да, когда он надел тыкву, лаборатория. Есть что-нибудь полезное? Я просто поинтересовался. Костюма... Ага, вот костюм. Оливия, глянь-ка. Костюм странника края? Либо у Сорена очень специфический вкус по части моды, либо секунду. Это же та самая маскировка, про которую говорил Сорен на записи. Чтобы свободно разгуливать в компании странников края, нужно стать странником края. И пахнуть так же, как они. Фу. Как они, интересно, пахнут, ребята. Надеть. Да пофиг, ребята, одеваем. Ухля! Хорош, офигеть, мы сейчас станем... Ну, немного попахивает, но в меру. Пожалуй, пованивает, это мягко сказано. Так странно, я знаю, что ты все равно стараюсь не смотреть на тебя. Но он не особо прям лестница. Так, использовать лестницу. Погоди, точно, может, все-таки голову оденем? Тыквы? Есть ли она тут? Вообще. Или нет? Бэтмен. Это же Бэтмен, реально. Окно взглянуть. Хорошо, что они не видят меня через это стекло. Мы что, реально сейчас пойдем с ними там разговаривать, беседовать? Я разочарован. Тут что, ничего нету? Смотрите, ну похож. Круто. Смотри-ка. Лестница использовать. Давай-ка. Вниз, и я думаю, на выход. Пора, дружище. Лаборатория, выход. Секундочку. Сорен в костюме вылитой стороне края, и ты будешь выглядеть так же. Как ты собираешься его искать? Ну, вообще-то видно. Можно, я думаю, спалить. Буду действовать скрытно. Мы должны заявить о себе незаметно, как тени в ночи.
Интересный факт, они реально не видят через стекло. Постарайся не погибнуть, ладно? Я не выдержу этого зрелища, тем более, что сама буду за защитным стеклом. Спасибо за поддержку. Ладно, надо привлечь внимание Сорена. Избежать их внимания. Свин, не смотри. Свин, не смотри. Хрю! Свин обратно, прикинь. Свой, батя, не признал, что ли? Кто за хлебушком-то ходил лет 20 назад? Ты шо? Батёк. А, это ты. Ну тогда я пошёл обратно за хлебом. Ля, тут их много. У меня аж рука что-то дёрнулась, ребята. Охренеть. От такого. А нахрен они вообще ему сдались? Вот эти вот испытания. Ой-ой-ой. Похоже на строительную сетку. Правда, я понятия не имею, что мне с этим делать. Ну да, я тоже что-то пока не соображу. Да, можно мне назад, пожалуйста? Блок держит. Офигеть. А вот этот маленький, это не он? Фиг там плавал. Нам прям так и говорят, что с этой штукой надо что-то сделать. А, я, кстати, могу... А, ребят, кстати, самое интересное, что я могу выбирать тут. Вот, смотри, кремень, каменный меч и так далее. Хм, это интересно. Лук. Не, фиг там плавал. А я могу вернуться, да? Да, в лабораторию я могу вернуться. Блин, интересная фигня. Так, давай-ка мы вернемся с тобой. Погоди. А может быть это верстак? Погоди-ка. Давай-ка мы сейчас... Ну что, разобрался? Пока нет, но уже скоро. Погоди, надо немного окно взглянуть. Сундук, давай-ка поищем. Может, что-то в сундуке. Мы, может, что-то не взяли. Я кое-что нашел. Все, я понял. Что там у тебя? Ты явно рецепт для изготовления. Но зачем такому искусному мастеру, как Сорен, нужен рецепт для столь простой модели? Потому что... Это не для Сорена, это для странников края. Должно быть, он пытается обучить их строительству. 6 блоков глины. Итак, раз Сорен использует эти чертежи, чтобы обучать странников края строительству, на этой стойке должен быть костюм, но его нет. Верно, как раз сейчас и проводит свой эксперимент. Ну, конечно, костюма нет, потому что надел его перед выходом. А значит, если мы хотим добраться до Сорена, то нам надо пойти туда. Да я уже ходил, я уже ходил. Так, погоди, картина с яблочками. Я не спец по части искусства, но... Так, смотри, у нас теперь эта штуковина есть, а блоки глины где мы добудем, ребята? Ни хрена ничего нет. Okay, let's try this again. Ладно, попробуем еще раз. Взять блок. А можно, думаешь, просто взять блок у него и все? Мне вот сейчас прям интересно. Блок отдавай. Отдай, пожалуйста, блок. Схватить. Мне кажется, добром это не закончится.
Отдай блок, скотина. Блок! Блок пропал! Ух, ох. Так, ребятки. Что-то пошло не по плану, да? Блин, они какие-то шебушные стали. Дружище, по-моему, не там все это сделано. Погоди, мне нужно 6... Блин, а где мне еще-то же блоки взять? 6 блоков надо. Один блок есть, еще 5 на очереди. Блин, мы с самого трудного. Надеюсь, Соран все это видит, где бы это он не был. Больше блоков у меня нету, дядя. Блин, надо где-то надыбать. И они, смотри, как шебушная. В лаборатории есть блоки. Беги обратно. Боже, я тут вообще тут намутил-то, ребятки. На кой хрен-то я первым делом? А это кто? А, это не. Я уж думал, что-то как-то он... Ребята немного кипишуют. Типа забрали у них, смотри-ка. Да в доме они. Все-все-все, понял, ребятки. А, да, все, я понял. А, кстати, можно паузу, ребята. Смотрите, вот так вот ставить. Блин, зачем я это сделал? Ну никто, вот никто из ютуберов 100% так не делал, кроме меня. Конечно же, я первым делом отобрал у Эндермена блок. Кайф. Нет, чтобы дома реально поискать эти блоки. Так, 2 блока есть. Ладно, наверху 100%. Лестницу использовать. Вот если бы у тебя квас украли, как бы ты отреагировал? Тоже бы, шш, пацаны, у нас квас отобрали. Вот и они. Ну, на какой хрен им этот блок-то сдался? Это я тоже возьму. Так, здесь, по-моему, ничего не было. Как я помню, да. Так, 3 блока есть. Осталось 2. Там около выхода я видел. Угу. Да, там обойдем, это понятно. Так, использовать лестницу. Где-то еще должен быть. Этот я тоже возьму. А где последний у нас, ребятки? Печечка, смотри-ка, тут у нас. Хрен, сколько сундуков различных. Но, конечно же, покопаться в них нельзя. А я бы там покопался. А я бы в них покопался. Еще как. Что же за сундучки там, интересно, а? Бля, просто смотри. Смотри, сколько их они все смотрят. Ребят, нам хана. Посмотрите. Пипец. Погнали ставить блоки. Я не знаю, это просто, ребята, какое-то самоубийство, по-русски говоря. Ну смотри, куда мы идем? Ну куда мы с тобой идем, а? Боже ты мой, они злые, отобрали блок. Ребята, посмотрите. Так, ну ладно, мы сейчас с тобой использовать. Так, блок сюда. Блок сюда. Блок сюда. Сюда. И сюда. Фальшивые свидетельства разумности странников края готовы. Не на что тут смотреть, ребята. Идите по своим делам. Тебе, раз они не уходят, даже не собираются. Прошу прощения, но это должно быть выглядеть натурально. Он ударил? А какого хрена? Вряд ли будет синяк. Я про твое лицо. Ух, свинюшка! Эти костюмы изготовляют с расчетом на прочность. Да ты ненормальный дед, ты за что ударил-то меня? Так и есть, к сожалению.
Мне не всегда это по нраву. Зачем ты меня ударил? Он типа меня спас, да? И стратегические соображения, хотя была и личная причина. Как-никак, ты вторгался на мою территорию. Ты меня ударил-то так сильно, прям по лицу. Ты рассердил странников края, я спас тебя от них. Конечно, если говорить о правилах хорошего тона, то с этим у нас вышло туговато. Нам угрожает опасность? Тоже мне новость. Каким бы ни был наш вопрос, каким бы ни была ваша проблема, все это уже бывало прежде, и всему уже находилось решение. И тем не менее, я-то вам зачем? Так, нам нужна гипербомба. Вот что нам нужно, ребята. Сорен-то запомнит. Смотри-ка. Там бесчисленная иссушающая буря, она поглощает весь мир. Понятно, ты оговорился, не я вам нужен, вам нужно мое оружие. Знаешь, я давно для себя уяснил, если дать людям то, что им нужно, они обернут это все. Ну-ка, погоди. Они показывают свое истинное лицо. Кто оборачивает против тебя? Все они! Вот почему я предпочитаю странников края. Они всегда оправдывают ожидания. Я с тобой не знаком. У меня есть поросенок. Да, я заметил. Дай-ка угадаю. Это что, передвижной запас провианта? Ты шо, блин, дядя? Он мой друг. Ну, разумеется. Такие друзья и у меня бывали. Габриэль попросил меня вновь собрать Орден Камня. Орден Камня? И они послали за мной? Габриэль твой друг, Эльгор твой друг. Габриэль твой друг. Не знаю. Он когда-нибудь говорил обо мне? Да, конечно. Ну и что они говорят? Что они скучают по тебе. Серьезно? Или, может, просто им скучно без тебя? Это уж как посмотреть. Да, твой про... Да надо было сказать, что он самый лучший, естественно, ребята. Что... Не... Я не путы. Конечно. Это лучшее, что я слышал за много лет. Впрочем, сравнить особо не с чем. Не волнуйся, я непременно помогу. Друзья всегда так поступают. Перед уходом я хочу сделать подарок своим старым друзьям. Я хочу подарить им песню. Что там будет? Гарри, хоть и рыбел, но парень он что надо. Да ё-моё, Лукас, ну не вовремя. Песенка хорошая была. Погоди, это что, это ты? Сорен! Габриэлю хана, ребятки. Выглядишь ужасно. Ужасно здорово. Здравствуй, старый друг. Мы тебя искали. Сзади. Писец. Ребятки... Ёб твою ж дивизию! Всем отвернуться. Кажется, вот этот Гарри. Отвернитесь! Господи, они чуть немного разволнуют. Ты их рассердил. Ты сменил их поведение. Ладно, идем. Да блин, они за нами, ребята. Это плохо, определенно. Господи, теперь они все тут. Вот так и рождаются хиты. Я не ожидал себя столько гостей. У меня их мыло на всех не хватит. А какого хрена они вообще телепортнулись сюда? Что за фигня? Я что-то не понимаю. Так, только не надо откладывать. Не-не-не, силой не надо. Они не смогут ничего сделать, если на них не смотреть, верно? Вот и давайте накрывать глаз. Никогда. Ну, это... Одна неизменная черта странников края, они теперь не могут воду... Терпеть не могут. Водичку мыться не могут.
Джесси, костюм Странника Края все еще у тебя. Надень его и сможешь беспрепятственно добраться до фонтана. Я уж думал, никогда больше не придется это нюхать. А у него, кстати, покруче был костюм. У нас что-то не особо. Ну, ладно, я попытаюсь, ребятки. Эндермены умеют телепортироваться. А какого фига кстати, да, я блок забрал. А я не понял, а почему они вообще решили... Почему дед это не предвидел? Типа, какую-нибудь антителепортирную штуку, зону бы сделал. Какого фига? Я не понимаю. Просто как так? Фу. Постарайся не погибнуть. Так, аккуратненько. Ну, чего мы ждем? Спокойно, ребятки. Они реально не любят водичку. Смотри-ка. Таких зон не существует. Ну, только если водичкой, да, все облить. Ну, хорошо, что он фонтаны поставил, если честно. Это прям очень хорошо. Мы погибнем. Поросенок, ты шо? Никто не погибнет. Ой, он пьет, смотри-ка. Попивает. Спокойно, ребята, я смогу. Как они еще не понимают? Энтеры умирают в воде. Охренеть, сколько их просто. Ого! Это сработало? Фонтан номер два. Приготовься встретить свою судьбу. Офигеть. Это сработало, ребята. Надо было просто поорать. Ладно, народ, вперед. Что за задержка? Чего вы там остановились? А, там фонтаны закончились, да, пацаны? Они повсюду. Как там пробраться? Блин. Погоди, а что стемнело? Что за фигня? Я пойду первым, ребята. Ну это жесть. Хватайтесь за меня. Думаю, если это единственный способ добраться обратно до люка. Смотри, что происходит тут. Ну, типа, let's go. Нам хана, ребята, нам хана. Они же не подумают, что я... Хотя, может, и подумают, типа, я какая-то это. Да, они все думают, типа, я вот такой один. Такой длинный эндермен. Или нет. Спокойно. Сейчас мы издадим звук. Братишка, погоди. Ты типа прямо у меня перед носом. Он нюхает меня, он нюхает. Это как собачки нюхают друг друга. Вот то же самое, ребята. Быстро в воду! Ребятки! Что-то не понравилось им вонь. Типа я помылся, ребятки. Я помытый, мама. Когда я все тут строил, то беспокоился, что мой строительный материал может оказаться слишком легко воспламеняющим. Поэтому на всякий случай установил систему пожаротушения. Значит, есть еще вода. Есть и много. Если мы его пустим, она разгонит всех странников края, а мы благополучно уплывем. Можем мы достать отсюда? До рычага. Рычаг вон там, наверху. Так, а я так понимаю, я уже не смогу. Не, я смогу, ребята. Ну, как ты относишься к пельмешкам? Любим пельмешки мы тут. У нас даже есть братишка, крэзи пельмешка. Блин, щищ! Тут реально щищ, ребята. Хорош, давай. Не знаю, сколько воды выдаст эта штука, так что, народ.
Охренеть, они ТП-шкаются, ребятки, они уже на деревьях. Работает! Ой, Джесси, а теперь самое время плыть к люку. Торопись, охренеть, как круто, правдоподобно, ребята, офигеть. А где люк-то, собственно, персоны? Я только Габриэля вижу. Ой, там еще и вниз надо, блин, задержать дыхание. Да вы что, прикалываетесь? Я же не успею. Это ж как, ребята, мы сейчас подохнем. Не успеем. Нет, нет, Габриэль, я тебя не дам в обиду. Братюнчик, иди сюда, спокойно. У нас два пузырика остается, не знаю, каким образом, уже давно должны были они, типа... Давай, 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 да засовывай его в эту дырку, блин. Пойдет. Пойдет, ребята, мы смогли. Охренеть, какой экшен, какой тут... Ура! Ура! Фух. We made it. Ну, наконец. Making it is relative. На какой такой конец? О, боже, это еще не конец. Да ладно тебе. На. Ах ты, собака, первый раз меня задели. Ну, скотина. Ну, чтобы слишком весело, ну, хватаем гиперпомбу и валим отсюда. Веселая проблемка, совсем небольшая, малюсенькая. Гипербомба там, да? Я еще ее не построил. Это небольшая проблемка. И похоже, из тех, кому нравятся всякие классные штуковины, даже если в них нет никаких... Это комплимент? Давай-ка нажми на рычаг. Джесси? Держись покрепче, потому что сейчас их сметет. Големы! Хрюнтель, берегись! На, блин, вот это я понимаю. Жопа паучья, на, в лепешку. Сегодня будет котлетка из паучка, ребята. Это было круто. Вот, а ты сомневался, Джесси. Дал бы я тебя врать. За кого ты меня принимаешь? Нормально, он ими командует, там, раз-раз. Типа, пацаны, нормально все. Вы слышите? Ты о чем? Тут же все так и шепчет. Возьми меня скорее. Ресурсов тут многовато, ребята. Я бы тоже все это бы с коммуны издел, понимаете? Пожалуй, немного можно взять, ребята. Несколько вещиц нам не помешают. Потом несколько, ты имеешь в виду все. Я достану супер-тротил, но вон он там, вот наверху. Как ты туда заберешься? Это уж моя забота. Ты прикинь? Интересный факт, големы не атакуют криперов. Да не стесняйтесь, берите что угодно. Главное, тащите порох, он нам понадобится для изготовления гипербомбы. Офигеть, ребята, это очень круто, искать. Ребят, кто знает, уже финал сейчас будет эпизода или как? Поговорить? Ты что, в Нирване или как? Честно, или как? Все это величие так сильно отдало по мозгам, аж голова закружилась, и теперь я до этого очумел, что вообще ничего не могу взять. Крепись, Аксель. Пытаюсь. Рубен, мой маленький, ну что там? Что там? Есть ли что-нибудь полезное, Рубен? Если другие хватают все подряд, это не означает, что тебе следует делать то же самое. Блин, так еще открываются сундучки, ребят, ну кайф, а. Лутаем чужие вещички, это просто замечательно. Кнопочка. О, май. Это вагонетки, блин, как круто, ребята, как круто. Вы понимаете, это как круто? Офигеть, сейчас мы по вагонеткам будем опять хреначить. Здорово.
Удочка? Эй, Сорен, кажется, Джесси, кажется, я сейчас раздобыл достаточно пороха. Рад слушать, Джесси, извини, что у меня тут не такой порядок, как хотелось бы. Вот он, мой супер тротил. А такой существует, ребята? Так, давайте построим гипербомбу. Да, давайте, приступайте. Так как же все-таки нам построить гипербомбу? Может, просто используем ее вместе с порохом? Рецепт изготовления очень простой. В центре супертротила вокруг порох. Все легко. Нет! Ингредиенты чрезвычайно нестабильны, даже размещение их в непосредственной близости друг к другу. Ну что ж, гипербомбы у нас пока нет, но уже есть все, что для нее создание. Это прогресс. Поскольку у нас все ингредиенты, мы... Я забыл, что... Помоги, Джесси. Мы остановим Айвора, пока он не придумал, как управлять командным блоком и иссушающей бурей. Нет, да ладно! Да ладно! Ох, этого я боялся, если край будет затоплен, то... Они придут сюда. Конечно, все по вагонеткам. Хоть вагонетки. Как долго мечтал, что ты сказать кому-нибудь эту фразу. Кому-нибудь из людей. Офигеть, вагонетки. Сейчас, походу, будет эпик, да, ребят? 15 минут стоит. Блин, это вообще круто. Чума. Уху-ху-ху-ху. Супер. Осторожно! Что за адовый пипец тут происходит, ребятки? Так. Рад, что с вами все в порядке. Это называешь порядке? Но у нас Айвор хочет напасть. Айвор, да мы его в глаз не видели. Ёп твою ж, да видите, я... Что происходит? Капец, ребята, походу нам капец. Значит, монстров не беспокойтесь. Они убегают. Беспокойтесь вот лучше, вот от чего они убегают. Пришло время гипербомбы. Сорен? Это он, это ты! Здравствуйте, старые мои друзья. Воссоединение. Айвора только не хватает. Он, походу, скоро с нами тут тоже будет, наверное. Пора, у нас будет только одна попытка. Помни, как только гипербомба будет готова, она взорвется через несколько секунд. Да ладно, сейчас что-то крутое будет, ребята. А значит, кто возьмется за ее изготовление, будет... Ну, я подумал, может, бросим жребий? Да буду я. Давай. Мой шанс проявить себя. Возможно. Да давай, братишка, не дрейфь. Все будет отлично. Я приду в действие гипербомбу. На это я и надеялся. А как хорошо, блин, а. А мы все будем строить что-нибудь на пути этой твари, чтобы отвлечь. Надеюсь, это... Нам должно быть стыдно за себя. Ну, тут уже новые герои нужны. Джесси, возьми мои доспехи, они помогут мне. Сейчас она такая раздевается, да, ребята? Да, не понял, 18+, что ли, сейчас будет? Так, что, доспехи? Ребята, это выбор вас. Какие доспехи, чьи, какие лучшие доспехи, ребята? Ну-ка, напишите. Ну-ка. Магнус, доспехи красный бери. Магнус, они взрывостойкие. О,
Эльгорд, Магнус. Первый вариант. Блин, голоса разделились. Давай Магнуса берем. В 4 раза у меня сильнее. Ладно, надеюсь, ты не врешь, бом-бом, дедушка. Власть сюда ровной мне, бла-бла-бла, орден камня. Джесси, тебе надо установить там верстак и изготовить. Строим. Погнали. Так, все, я запомнил рецептик. Сейчас экшен пошел. Ребята, сейчас, надеюсь, будет все окей у нас. Так, вниз. Давай, братюнчик, аккуратней. Надеюсь, Магнус меня не подведет с его доспехами. Блин, боюсь. Надеюсь, получится. Мать твою! Что это чудовище себе позволяет? Смотри. Эти строятся очень быстро. Крафт, дружище. Быстренько, порох. Да быстрее. Так, у нас немного времени остается. Пошло. Добро. Нет! Да в смысле, блин? Еще нет. Так, давай, братюнь. Так, аккуратно. Деревце. Пожалуйста, не взрывайся. Да, это будет не очень. Осторожно! Магнус! Так. Ребятки, бырей. Да ёкарный бабай опять, ребята. Да ложись. А прикинь, нечаянно, случайно, блин, не так сделать. Да ё... Вот это экшен, а? Давай эту хреновину туды. Скажи, а? Ой. Давайте. Yeah! Да. А сейчас он, прикинь, он не будет ее затягивать. Не, вроде все нормально произошло, ребята. Фух. Блин, какой экшен. Сработало? Сработало, надеюсь. Похоже, да. Охренеть. Да ладно, мы спасли мир. Да в третьем эпизоде, я-то думаю, еще чуть... Но в четвертом я подозревал, что это все? Все кончено? Даже не верится, эта тварь подохла. Ты сделал это, Джесси, тебе удалось. Не то, чтобы я в тебе сомневалась немного, но теперь уж как бы не сомневаюсь. Так, скажем, без вас я бы, конечно, не справился, это понятно. Но что-то, если честно, как-то слишком просто. Может, он все-таки оживет сейчас? У меня есть такое подозрение. Маленькое, ребята, что-то как-то слишком изи. Спасибо, дружок. Ну, без свиньи, конечно, бы не получилось у нас ничего. Ты видел Сорена и Магнуса? Господи, Магнус, о нет, он без брони. А, да ладно, он без брони, что ли, умер? Да ладно. Твоя доблесть в этом бою. Мы оба знаем, мой бой окончен. Дед Бом-Бом, только не это. Глупости, ерунда. Побереги силы, Магнус, мы обо всем позаботимся, и о тебе тоже. Джесси. Блин, ну что ты будешь делать, Магнус? Мои доспехи хорошо на тебя смотрятся, Джесси. Оставь их себе, хорошо. Дед, спасибо. Пожалуйста, не уходи, дед. Магнус, не уходи, пожалуйста, поживи еще хоть немного. Я держусь, но это ненадолго. Господи, слезы, ребята, слезы подходят, если честно. По крайней мере, мне наконец-то удалось стать настоящим героем, верно?
О, нет. Да нет, нет. Опа, а что это, мужики? Пацаны какие-то там. Офигеть. Офигеть. Умирает тот, у кого забираешь броню. Да ладно. Я тебя не оставлю. Я никуда не пойду. По крайней мере, без тебя. Господи, какое признание, ребят, как будто этот дед всем нам был. Не знаю, в этой жизни он столько много говорил бум-бум, бам-бам. Ах, да ладно, блин, да ну нафиг. Фу ты, блин, надо было все-таки у красной забирать доспехи, господи. Зачем я у деда забрал доспехи? Он бы еще бы пару... Шутеек бы хотя бы отпустил, а вы, ребята, помогите. Надо разыскать всех, кто не сможет выбраться. Блин, это обидно. Это прям вообще обидно, ребята. Ё-моё, выживший. Живи давай. Уходи в безопасное место, вон там люди. Спасибо, спасибо. Блин, если честно, это реально грустно, ребята. Ты лысый. Ты будешь в порядке, обещай. Спасибо тебе. Вон там еще выживший помочь. Не волнуйся, все уже позади, и мои друзья тебе помогут. Надеюсь, спасибо тебе. Ох, ребята, сейчас в чатике реально все плачут, пресс-эф пишут, блин, жалко реально. Это командный блок. Это невозможно. Не понимаю, Сорен говорил, что гипербомба его уничтожит, но он выглядит невредимым. О, нет. Твою мать! Ребята, идите сюда! Так, нет! Кто-нибудь на помощь! Я больше не могу! Спокойно, братишка, погоди! Петра, ты! Отлично. Петра, помогай нам. Командный блок что-то там мудит. Но я думал, ты погибла. Я же видел, как ты... Что тут произошло? Я все объясню, только не сейчас. Твою мать! Ну все, ребята. Пипец. Офигеть. Там уж пишут, только не дед. Скорее нужно убираться отсюда. Ладно, у нас еще один есть персонаж, который, не дай бог, помрет. Это наш дорогой маленький. Какая еще Петра? Какая еще Петра, прикинь? Охренеть, боже. Не знаю, честно скажу, главное, что не поросенок. Главное, что не поросенок, ребята. Жалко, конечно, жалко, честно скажу, блин, Магнуса очень жалко, пипец. Нашим героям предстоит долгий поиск внутри самих себя. Смогут ли наши герои возвыситься порушенной дружбой, жестоким соперничеством? Чтобы найти силы противостоять этой буре. Все. Все, ребятки, вот такая вот. Вот такой вот эпизод третий. Да где же оно? Да где же оно? Ну слушай, это просто шикарно. Надеюсь, вам понравилось. В общем, друзья, в чате все говорят... Давай, короче, деда бум-бум. Поэтому, ребята, он должен воскреснуть. Мы переигрываем. Правда, он должен жить. Вот правда, он такой озорной, смешной. Серьезно, как-то давай все-таки ему все-таки спасем жизнь. Давай. Я, конечно, понимаю, но, ребята... Возьми мои доспехи, они помогут. Да я беру, я теперь знаю. Да нет, лучше возьми мои, они не раз выручали меня во всяких передрягах. И выручит тебя, дед бум-бум. Все будет круто. Берем Эльгорд. А я втройне. Да, я забираю твои доспехи, давай сюда. Джесси, пеняй на себя, твой выбор приведет к нашей общей гибели. Так,
Все, поперли, ребята, вперед. Все, вперед. Все остальные делимся по парам. Все, окей, строим, строим. Сейчас главное не оплошать, прикинь, сейчас все помрем. Все. Погнали. Опа, 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 опа. Низ. Ух ты, блин. Право. Не, ну тут все легко, ребята, будет сейчас. Надеюсь, получится. Крафтим, 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 ребятки. Давай, 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 давай. Так, 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 быстро, порох, раз, два. В смысле? Блин! А, вот он, я охренел, я думал, не хватает одна, потерял один, прикинь, потерял один, охренеть. Спокойно, братишка, давай. Финал чуть не испортили, ребят. После четвертого эпизода продолжение будет, да еще и так круче. Блин, это мне очень нравится, ребята. Так, пожалуйста, не взрывайся. Так. Они хрена построили! Я только сейчас увидел, ребята. Они свина построили. Вы видели, ребята? Там постройка-то, там свин. Они поросенка построили. Офигеть. Это так круто, я только сейчас это заметил, ребята. Так, отлично. Давай. Пошел, пошел, давай, дружище. Отведай-ка этого. Все, кайф, ребята, есть. Дед Бум-Бум будет жить. Да. Найс! Найс, ребята! Это было очень круто, ребятки! Прям вообще шикарно! Ужас. Это все? Все кончено? Так, даже не верится, эта тварь подохла. Ты сделал это, Джесси, тебе удалось. Мастерски у тебя вышло. Дед жив. Наконец-то мы одержали настоящую победу. Без вас, ребята, я бы не справился ни с чем. Нам это прекрасно известно. Но спасибо на добром слове. Спасибо, дружок. Ой. Не хочу портить веселье, но кто-нибудь видел Сорена или Эльгард? О, нет. Твоя доблесть в этом бою была безмерна. Мы оба знаем, что мой бой окончен. Глупости, ерунда. Побереги силы, Эльгард, мы обо всем позаботимся, и тебе тоже. Джесси. Эльгард. Мои доспехи как раз тебе впору, Джесси, оставь их себе, хорошо? Скажем спасибо за все. Где Эльгард за все? Но я рада, что мне выпала возможность испытать еще одно приключение. Извините, если слишком рано ухожу. Что ж, Сорен, наконец-то мне удалось стать настоящим героем, верно? Ну тоже жалко, на самом деле, ребята.
Тоже жалко. Конечно, хотелось бы ее тоже сохранить. Но, блин, деда я не могу, ребят, отдать. Дед, он прям... Джесси, эти люди, ты должен им помочь всем. Скажем, я всех их спасу. Мы же славные ребята, верно? Мы всегда так поступаем. Идем, Рубен, есть работенка. Ох, ребят, ну, так вот. Вы, ребята, помогите тем, кто уцелел. Надо разыскать всех тех, кто сам не может выбраться. Да вот этого погоди, вот этого. Да на это пофигу. Уходи в безопасное место, вон там есть люди. Спасибо, спасибо. Так. Все будет в порядке, обещаю. Спасибо тебе. Ну ладно, это... Господи, на кой хрен озвучивать этих дедов, блин? Спасибо тебе. Уже озвучили, по идее, ребят. Сколько-то можно, да, ребят? Так. Отлично. Что такое, Рубен? Что ты там? Что ты маленький там? Нет, командный блок, это невозможно. Так, ну, короче, самое важное, что Дэд выжил, ребята. А мне вот сейчас интересно, получается, он... Ну-ка, сейчас, мы посмотрим. Что за? Поросенок что-то нифига нам не помогает. Какого фига, Рубен? Рубен, блин. Я думал, ты мне поможешь. А он не помогает. Но... Хотя бы она помогла. Кстати, удивительно. Удивительно, ребят. То, что он без разума, она как-то нам помогла все равно. Это удивительно. То есть они как личность потеряли свою. Это жесть. Офигеть. Офигеть, блин. Ёп твою ж дивизию, по-моему, он разделил. Он еще и разделился, вы заметили, ребята? То есть, если он единый такой был сейчас, память стерлась, да. Вот так вот. И вот в следующей серии. Ну-ка, мне прям интересно. Next time on Minecraft Story Mode. Да, Магнус там, ребятки! Магнус там, лысенький! Дед есть, он живой, ребята! Ну, за это тройной лайк надо ставить. Деда мы спасли все-таки. Супер, супер. Ну вот главное, блин, еще братишку-то как-нибудь... Габриэля надо как-то. А тут еще и этот, да какого хрена? Видишь, они разделились. Охренеть. Это вообще жутко, это жутко просто. Это просто. Ну что же, друзья, на этом все. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогой.